Конфеты из свеклы, суфле из тыквы, сорбет из авокадо. Могут ли десерты быть вкусными и одновременно полезными, узнали химчане на мастер-классе в кафе «Художница» в Новогорске. Шеф-повар Александр Блинов – кулинар с 20-летним стажем. Говорит, всегда привлекало новое и необычное. Конфеты из овощей для тех, кто соблюдает пост, в сфере его интересов. Свекольные конфеты у нас входят в сухофрукты, такие как финики, чернослив, курага. Также свекла, затянутая с кокосовым молоком, на агар-агаре. Ни излишнего сахара, ни яиц, ни молока. Все то, что как бы попадает под постные продукты, использовали. Екатерина Рабинович пришла в кафе с семьей. Пока дети играли с аниматорами, девушка присоединилась к приготовлению десертов. Признается, готовить умеет и любит, но до этого был опыт с более традиционными блюдами. Знаете, настолько необычные ингредиенты. Я, например, впервые столкнулась с тем, что агар-агар добавляют. То есть все-таки привычный желатин заменили полезным и постным продуктом. Для меня это было ново и интересно. Он намного сильнее желатина. Также он инвертный, то есть его можно нагревать, охлаждать, получая желе, снова растапливать. Такие десерты не стыдно подать в хорошем ресторане. И, как заверяет шеф-повар, сделать их может каждый в домашних условиях. Все, что нужно – продукты, блендер и желание. Участники мастер-класса по достоинству оценили конфеты и сорбет. Пообещали обязательно вернуться. Очень полезно именно для девушек, для женщин, чтобы можно было разнообразить меню, внести что-то новое. Этот мастер-класс не последний. Подробная информация о том, как с пользой провести время в Химках, на сайте администрации городского округа. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.